спит. Кром в клетке это очень редко. Потому что кром обычно в клетке у нас редко спит. Клетка стоит прихожке. Идеально вместилась. Я думала, почему-то, когда он вырастет, он в нее не влезет. Но нет, замечательно уместился. Пришлось, правда, икеевскую дверь снять одну. Ну, кстати, его игрушка. Вторая уже по счету. Бублик. Баранка. Не знаю, как ее назвать. Вот так вот. Оп, сразу. Что? Моя обкусанная игрушка? Первую хватило всего лишь на несколько месяцев. Клетка – это идеальная вещь для собак, для любых пород, которые могут погрызть все, что можно. Кстати, первое время он грыз дерево. Вот здесь, кстати, вот он, погрызано. И дверь. Вот она, погрызла дверь. На форуме я почитала, что можно побрызгать левомедицином и что-то еще там. А, и водка смешаешь и брызгаешь. Кстати, горькая отрава такая. Но она безопасна для животных. И она очень хорошо помогла от того, что Гром грыз все. На самом деле, это все с возрастом проходит, и вроде как он уже больше не обои, ничего не грызет. Ну, правда, обои он один раз всего лишь покусал и обгрыз, оторвал, как это можно сказать. И больше за ним такого не было. Клетка применялась не так часто, только в тех случаях, если мы уезжали надолго куда-нибудь в город. Сейчас мы вообще ее не практикуем. Если никого дома нету с утра до обеда, то он, в принципе, мы его не закрываем. Просто комнату не закрываем, вот эту. Он ложится на диван, вот на этот, и там проводит свое время до обеда. Вот. Он очень любит этот бублик. Ну, вот так удавать, кстати, ему не нужно, потому что он его сгрызет очень быстро. А они стоят просто как самолет, эти баранки. Он выгрызает прямо его. Еще у нас есть мячик, который особо прочный и не поддается ему зубам. Мячик особо прочный. Стоит 500 рублей. Но его надолго хватает. У нас был белый маленький. Но он на снегу вообще его практически незаметный. Он был маленький. Мы боялись, что он подавится им. Поэтому мы купили большой, который видно его будет. Он прям вообще баранку эту любит безумно. И мячик тоже, кстати. Еще купили вот такую игрушку. Пятерочки, по-моему. Или в магните, не помню. Магните. Вот эти вот пазы резиновые. Сюда можно сыр засунуть. Либо вкусняшку какую-нибудь, там, корм сухой. И он выгрызает оттуда. Кстати, очень долгопрочная штука. Если хочу чем-то его завлечь, вот эта штука помогает минут так на 20, смотря насколько сложно там забито все. Советую тоже для стафов очень, кстати. Вот эти штуки, кстати, он выгрызает. Он любит вообще тряпки грызть, вот эти вот волосню эту выгрызать. Я не знаю, почему она, кстати, была вся завинченная вот так вот в кральку, как вот канат. Он ее раскрутил все.
А еще у него любимая кость. Это уже, наверное, третья. Первые кости я покупала, они были маленько поменьше. Покупала три партии. Третью партию, когда я купила, он ее просто сгрыз, не оставив ничего. Очень сильно переживали, выйдут ли эти кости, потому что на самом деле очень опасно. Бывают такие кости мелкие. Ну, они были не мелкие, по сути, но для него уже победимые в еде. Соответственно, мы перестали их заказывать и заказали большую вот эту кость, которую он грызет до сих пор. Уже ничего на ней нету, но сама суть ему нравится. Мы редко ее даем, чтобы был интерес какой-то. Обычно, когда в клетке закрываем, если, то ее даем. Ну, допустим, гости, если приходят, мы его в клетке закрываем. Что он еще особо вести себя не умеет при гостях. Уже у нас такой залижет до смерти. Но вот кости он очень любит. Все, что погрызть, он любит. Благо, что не то, что дома находится. Вот. Много игрушек тоже смысл. Ну, она тяжелая, кстати, вообще. Много игрушек смысла покупать нету. Вот это достаточное у нас количество игрушек. Мы их периодически меняем. С кольцом мы только гуляем на улице. Так мы ему не даем. Ну, кости, соответственно, только клетки. Ты сейчас просто, чтобы он повалялся, что на одном месте его особо не достанешь. Сейчас покажу, как мы стригем ногти. Тоже целая процедура с этими ногтями.